Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня играем на проекте Родина Реплей, Центральный округ, Мунизис, Кирюха Полканов. Не забывайте вводить по ним при регистрации. Также можете вводить по промокод. Вся информация есть в описании под видео. В этой серии мы сегодня купим какой-то интересный автомобиль, недорогой. И желательно, чтобы это был какой-то АвтоВАЗ, может быть какая-то Нива, либо еще что-то. Хочу купить как бы машину не сильно дорогую и полностью провести тюнинг этой машины. Сделать развал, диски, винил. Возможно поставить, сделать полный тюнинг, чтобы она валила. Поэтому сегодня будет интересная серия, потому что, как вы знаете, как бы добавили тюнинг, очень интересный, который классный, дорогой, хорошенький такой, но как бы на Жигулях я не видел, чтобы делали такой тюнинг, поэтому сегодня я хочу это сделать, как бы посмотреть, будет ли разница, как будет ехать машина вообще, хорошо или плохо, какая будет максималка. Я считаю, это будет интересно, поэтому возьмите, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Давайте постараемся в этом ролике набрать хотя бы 50 лайков, потому что я стараюсь, как бы активность почему-то упала по родине, мало просмотров и лайков. Я надеюсь, что мы эту ситуацию исправим, поэтому возьмите, поставьте лайк, подпишитесь, ну и также можете написать комментарий. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Вот получается здесь эконом автосалон, и здесь находятся машинки фирмы АвтоВАЗ. Там вот, допустим, та же самая буханка. Вот пацан восьмерочку, я так понял, покупает себе. Здесь есть еще четверка. Ну то есть здесь есть машинки, но так как у я хочу, здесь нету. Я хотел бы шестерку, выберу здесь какую-то машину, и это, наверное, будет Нива, потому что она здесь, знаете, выглядит более такая современная и более красивая, поэтому скорее всего, давайте, я думаю, возьмем Ниву и из Нивы уже сделаем что-нибудь интересное. Хотя Нива, видите, сама по себе не очень таки дешевая, но просто среди всех этих машин, мне кажется, она самая красивая, как бы. Поэтому давайте, я думаю, купим Ниву и сейчас поедем, будем ее тюнинговать. Ну что ж, вот такую вот мы Ниву купили, как бы. Давайте, знаете, что сделаем? Я, наверное, переоденусь, потому что мне в этой одежде не совсем комфортно ездить на этой машине, поэтому мы переоденемся. Сейчас поедем в тюнинг, сейчас посмотрим вообще, какая у него максималка в стоке, и потом сравним, как бы, насколько скорость увеличится за счет тюнинга. Мне кажется, это будет интересно. Да и, в принципе, кстати, тюнинг потом можно будет просто снять с этой машины и поставить на другую машину, поэтому в этом, как бы, проблем нету. У меня есть в инвентаре тюнинг, как бы, разный. Как бы много всего у меня есть, вот еще винилы есть, подвеска там и так далее. Я уже подъехал, получается, к тюнингу, давайте сейчас заедем, посмотрим. Конечно, нам это влетит в копеечку, но хорошо, что на родине можно снимать тюнинг и переставлять на другие машины. Вот в этом плане очень удобно, потому что, допустим, я сейчас вложу 3 миллиона в тюнинг, и как бы я могу потом этот тюнинг просто либо продать игрокам, как бы, ну, немножко дешевле, понятное дело, либо переставить просто на другую машину, поэтому в этом плане очень все удобно. А что, вообще тюнинг весь, все, до свидания, ушел, да? Так, давайте посмотрим. А, я так понял, вообще ничего нет в наличии, да? Зашибись, что я могу сказать, пацаны. Хотел прокачать, но походу вообще ничего нет в наличии, вот, можете сами посмотреть. То есть детали закончились. Давайте будем ставить, короче, то, что есть. Я так понял, реально мало деталей очень осталось, вот только чипы можем, я так понял, поставить, и все. Больше мы поставить ничего не можем. Больше ничего в наличии как бы нету. Но надо какие-то диски красиво поставить, чтобы они точно вписывались для этой машины. Вот даже дисков реально непонятно, как бы можно поставить такие вот огромные диски. Диски просто. Но я не знаю, как они будут смотреться, нормально, ненормально. Ну, просто вот эти диски я ставил, как бы, да, они здесь тоже хорошо смотрятся, но эти диски я недавно ставил на Бугатти, поэтому я не хочу их ставить. Давайте, наверное, вот эти диски купим. И что мы еще сделаем? Винил, я не знаю, наверное, не будем ставить. Ну, в принципе, все оплачиваем, как бы, это нам обошлось в 2,5 миллиона. У меня есть, как бы, детальки другие, которые можно поставить сюда. Не, ну, выглядит неплохо, я считаю. Типа, тонировочка там туда-сюда. Короче, будем ставить все на эту Ниву. Все наши детали, которые у нас здесь завалялись, будем ставить на Ниву и посмотрим, на что она будет способна вообще. Все, что я мог, я вроде бы поставил на нее. Вот это теперь то, что нужно, пацаны, согласитесь, ну вообще просто машина поменялась. То есть, ну, понятное дело то, что как бы, ну, это всего лишь Нива, но выглядит, конечно, она очень классно, я считаю. Прям вообще по красоте. Мне она прям внешне очень сильно нравится. Вот реально красивый такой бункер просто. На колесах. Вот колеса, кстати, очень хорошие я выбрал. Мне они очень сильно нравятся. Конечно, скорость не очень сильно поменялась. Я уже проверил. То есть у нас она ехала 133. Сейчас она едет 152. Но, пацаны, хочу заметить то, что просто нету тюнинга. Я бы мог с Бугатти переставить тюнинг бы на эту машину, на эту Ниву. Но я думаю, в этом нету смысла, потому что я хотел полностью затюнить ее именно
с помощью СТО, но, к сожалению, пока что деталей нету, поэтому я не смог это сделать, но что было, мы поставили, в принципе. Хорошо, что у меня лежали еще детали отдельно, которые мне не нужны были, и мы поставили их на эту машину. Поэтому я считаю то, что все получилось, как бы вылет она очень сочно. То есть это такой был эксперимент, просто мне было интересно, что я получится, если я как бы Нифу просто затюнингую полностью. Я, короче, решил немножко пошалить. Давайте сейчас иксы снимем, поставим на Ниву и поедем на рынок, посмотрим на реакцию людей просто. Ой-ой-ой, пацаны, вот это вообще просто. Ну я балдею, я просто балдею. Поехали, теперь прокатимся. Вот как сейчас она выглядит, ну пацаны, но это прям просто пушка. Мне кажется, люди по-любому как-то отреагируют, поэтому сейчас поедем на рынок, наверное, среднего класса или эконом-класса. На Ниве приехал просто добирать такие иксы. То есть тачки здесь, знаете, такие стоят вроде бы нормальные. Я тут на Ниве приезжаю просто. Иксы восьмерки такой. Туда-сюда, плёрка катается. То есть в будущем, если вам понравится такая темка, пацаны, с машинами, то есть тюнинг именно таких дешевых машин, там, Жигулей и таких, ну, короче, автовазы, короче, тюнинг, если вам такое понравится, то я обязательно запишу еще одно видео. Понятное дело, то, что с тюнингом, конечно, немножко не получилось именно с механическим тюнингом, то есть я хотел, чтобы она валила на всю катушку, но, к сожалению, этого не получилось, поэтому, как бы, я за это, конечно же, извиняюсь, но именно внешне, мне кажется, получилось очень круто, то есть у нее тонированные фары. Сзади, в принципе, хорошо то, что я их не затонировал, потому что они хотя бы выделяются и смотрятся реально круто. Мне тачка очень сильно нравится. Напишите, как вам в комментариях. То есть такой небольшой развальчик тоже хорошо смотрится, в принципе, 3,5%. То есть я считаю то, что видео реально получилось. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.